смотри, какая красота, и невозможно наглядеться. Вот это чудо. А, ну такие дороги только у нас. Европа завидует. У меня даже резкость пропала, понимаешь, на этих дорогах. Не, ты поняла, как телефон снимает? Короче, он снимает, только подъезжаем к пьянке, да, когда трясёт, мне тоже самое слетает. И типа нет. Кто-то говорил, там по обочине ехать. Слушай, какие... Да, нет, обочине. Как раз вот здесь сейчас лучше ехать посередине. Там глина, но вроде как и засыпана. Нанесет попу так, что мама не горюет. Кстати, с той стороны есть таблички, чтобы ты понимала, где написано мины. Я знаю, здесь их нет. Ну, спасибо. Здесь их нет. У нас на поле здесь было выставлено, мы сами печатали эти таблички, ставили, чтобы не лазили. Что тут снимать, чтобы она была красивая, эта дорога. Ну, знаешь, слушай, давай остановимся возле какой-то ямки, я хотя бы... Я тебе сейчас покажу там хорошую ямку, где мы будем ехать. Я даже в нее готова залезть, да. Слушай, все водой залито, ты там залезешь. А, ну да. Я помню, как ты мерила тогда, я помню. Это же после тебя я начала мерить. Ага. И глубину, и ширину. Да, да, да. Да, сейчас же не залезешь никуда. Тут такие есть ямки, вот вроде бы с виду маленькая, а она глубокая, капец, так реально по колено можно влезть. Наступит разум, было бы до сих пор. Ага. Только Леша счастливый, сегодня Лена с ним разговаривает. Ой, здрасте. По такой дороге доехали. Она была женщина из редкого вида, и коня на скаку остановит, и избу горячую остудит, и по такой дороге доедет.